Этот проект напоминает сказочный город, говорят парижане. Жилой комплекс был представлен на конкурсе инновационных городских проектов столицы Франции. И небоскреб предложили возвести местные архитекторы Эммануэль Морен и Давид Тротен. Всем участникам конкурса предложили разработать схему застройки 23 участков, а именно пространство Париж-Рив-Гош. Эта территория находится между двумя престижными учебными заведениями – Национальной школой архитектуры и Университетом Париж имени Дени Дидро. Архитекторы ставят перед собой главную задачу – сделать город доступным для большинства жителей. Это будет сделано благодаря низким ставкам аренды и за счет совместных финансовых вложений по принципу краудфандинга. В жилом комплексе предусмотрены различные виды квартир. Здесь будут небольшие студии для молодежи и семейные квартиры для людей старшего возраста. Общая площадь застройки составит 11 тысяч квадратных метров. Архитектура сказочного города соединит в себе историческую величественность Парижа и современный минимализм.